себе бабу завел и носа даже не кажет. Ой, божечки, Сережечка, ты думаешь, мне вот так легко, да? Вон, тихо, Люся. Триллер о том, какой бывает любовь людей. Пьесу современного драматурга Дмитрия Богославского молодой столичный режиссер Артем Галушин не просто ставит, будто снимает фильм. Действие происходит одновременно на сцене и на экране, хотя сцены как таковой нет. Публика от актеров буквально на расстоянии вытянутой руки. Здесь смешалось все – сны, чувства, реальность. Они словно водоворот поглощают героев спектакля. Героиня убивает своего мужа, потом заводит новую семью, нового мужчину находит, да, и как бы мы смотрим, как зрители смотрим, получится у нее или нет, как это такой Макбет немножко Шекспира. Драматург приходит к выводу, что это невозможно. И те чувства, которые переполняют главную героиню, они захлестывают воспоминания. Фестиваль молодой режиссуры «Место действия» проходит в Самаре впервые. В прошлом году этот проект взял гран-при на форуме «Иволга». Участников жюри отбирало в 3 этапа. Заявки подали 64 творческих коллектива. До финала дошли 6. Победители создали эскизы спектаклей и представили их на суд зрителей. Но увидеть постановки могли все желающие далеко за пределами места действия. То, что сейчас происходит в зрительном зале, передается в режиме онлайн. Одновременно с нами эту трансляцию смотрят режиссеры ведущих театров России. Возможно, именно сейчас они увидят на этой сцене талантливых актеров и постановщиков, которых впоследствии позовут к себе на работу. Чтобы молодые режиссеры Самары и Москвы могли войти в театральный мир. Зачастую очень сложно себя представить, просто прислать резюме, зачастую на это не обращать внимания. А вот такой формой фестиваля мы решаем эту проблему, что режиссеру сразу же показывают какую-то работу. Место действия проходит в жанре театральной лаборатории. Молодой режиссер набирает артистов и 3 месяца ставит с ними спектакль. Главное условие – работать с современной драмой. В планах расширить творческие и географические рамки. Организаторы уверены, фестиваль вполне может стать для молодых режиссеров самым коротким путем к театральному успеху. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».